вместе жить по правде, по чести, знать, надеяться, верить, все на свете проверить. Коммунизм – это знание, трудовое признание. Давай! Цензуру! Давай!
Когда пытают задержанных, когда задерживают антифашистов за то, что они борются с нацистами, когда все это делают в угоду каким-то политическим конъюнктурам типа Милонова и прочей сволочи. Поэтому лозунг «Милонова на нары рабочих на Канары» будет звучать «Милонов на нары рабочих на Канары! Милонов на нары рабочих на Канары!» Работников! Ура!
Заучи, как дважды два! Лишь Бога дает право! Нету у нас другой судьбы! Кроме классовой борьбы! Не надо плакать, организуйтесь. Знаменитые слова героя рабочего класса Джо Хилла, написанные им в ночь перед повешением. В свое время этот человек встал на эшафот для того, чтобы в сегодняшней России в том числе был 8-часовой рабочий день. Сегодня отбирают ваши права. Сегодня ваш рабочий день становится 12-часовым вместо 8-часового. Сегодня наш народ напоминает мне человека на подвесном мосту, который раскорячивается, а из-под него вытаскивают по одной дощечке. Ну что ж, когда этот человечек упадет мордой в дерьмо, для нас ничего не изменится, он попадет в жестокую реальность. У него нет ничего в этом мире. Остатки халявы в виде трудового кодекса, урезанного кзота Советского Союза, порождают быдлячество и вдевенчество. Сегодня мы живем на осколках трудового законодательства, которое завоевывали еще в начале 20 века. Сегодня последние статьи, которые улучшают положение трудящихся, отнимают, урезаются и закрываются. Сегодня наш профсоюз закрыли за то, что мы собирали подписи за улучшение статьи 134 Трудового кодекса, которая гласит об ежегодной компенсации заработной платы. Нас не закрыть, мы все равно будем бороться за то, чтобы трудящиеся в этой стране осознали себя, в общем-то, их классом и начали бороться за свои права. Когда говорят, что не надо лезть в политику, это сделают такие люди, как Милонов и прочая сволочь, бразильцы говорят на это, если ты не делаешь политику, политика сделает тебя. Каким образом она тебя сделает, это непонятно. Поэтому рабочая политика должна быть, и мы должны выходить на улицу и делать политику каждый день. Да здравствует рабочая политика! Ура! Теперь наш разум окружен, мы без смерти боли вести готов. Весь мир на земле мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой. Интернационалом поставит волю свой. Это есть наш последний и решительный бой. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой.